Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Большой папа. История дельфина. Собачья жизнь. Собаки бывают разных пород, мастей и размеров. Они – наши самые верные и преданные друзья, а мы учим их хорошим манерам. Собаки всегда думают о нас, правда, иногда и о беконе. Все они каждый день провожают и встречают нас у порога в уверенности, что пока им есть кого облизывать и любить, в их жизни есть смысл. Путь домой. Что делать, если тебя и твоего любимого хозяина разделяет сотни километров? Белла знает ответ. Она обязательно вернется домой, чего бы ей это ни стоило. И путь ее будет полон невероятных приключений, опасностей и удивительных открытий. Большой кошачий побег. Большинство домашних котов, как наш герой Пугляш, привыкли довольствоваться жизнью в теплой уютной квартире. Но его сын, рыжий котенок Шустрик, не из таких, ему вечно не сидится на месте, и он очень хочет путешествовать. Мечтая однажды отправиться в удивительную долину розовых снов, он сооружает летательный аппарат и улетает на нем через окно. Ленивому и неповоротливому Пугляшу только и остается, что отправиться на его поиски вместе с другом волнистым попугаем. Ведь жизнь большого города таит немало опасностей для маленького котенка. Всех троих впереди ждет немало приключений и важных открытий. Марли и я, 2008 года. Молодой журналист со своей женой приезжает в другой город на новое место работы. У них грандиозные планы. Покупка дома, дети, но сначала они заводят собаку. Кто бы мог подумать, что именно она станет главным испытанием в их жизни? Жизнь прекрасна. Молодой преуспевающий журналист Адам готовится выпустить сенсационную статью о вулканах в Европе. Он не курит, не пьет, ведет здоровый образ жизни, не водит машину, потому что это опасно. Кроме того, у нашего героя есть все для счастья. Прекрасный дом, любимая девушка, хорошая работа. Но вот беда. Наполеоновским планам помешали неожиданные боли в спине. После визита к врачу Адам узнает страшную правду. У него рак спинного мозга с редкой мутацией хромосом, не поддающейся лечению. Что делать? Как жить дальше? Как не сойти с ума? Можно ли выйти победителем в битве с медленной смертью? Потомки. Главный герой – богатый гавайский землевладелец. Он вместе с двумя дочерьми предпринимает попытку найти любовника жены, искренне веря, что таким образом спасет семейный очаг. Жизнь домашних животных. Что делают домашние животные, пока хозяева пропадают на работе? С тоской смотрят в окно, смиренно дремлют на коврике у двери, как бы не так, они ведут свою тайную жизнь. Книга джунглей. Непримиримая борьба с опасным и внушающим страх тигром Шерханом вынуждает Маугли покинуть волчью стаю и отправиться в захватывающее путешествие. На пути мальчика ждут удивительные открытия и запоминающиеся встречи с пантерой Багирой, медведем Балу, питоном Каа и другими обитателями дремучих джунглей. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание! До скорых встреч!